Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня буду мотивировать быстрой и легкой уборкой. Я уже разложила вещи и детские игрушки по местам, сейчас быстро протираю пыль и буду пылесосить полы. Такая уборка не требует много времени и сил и делается между другими делами. Я, например, быстро привожу в порядок комнату, пока младшая дочка чем-то увлекается и занимается. Мне остается привести в порядок только стульчик для кормления и буду заниматься уборкой пола. С тремя детьми пылесосом я пользуюсь очень часто, иногда по несколько раз в день. Согласитесь, тем не менее, поддерживать чистоту в доме хочется в легкости, даже если в нем проживает трое маленьких детей. Сейчас столько гаджетов, помощников по дому, что можно просто запутаться, на чем же остановить свой выбор. Лично для моего жизненного сценария удобен беспроводной пылесос. Трое детей – это пылесосить минимум под столом после каждого приема пищи. Крошки от печенья, что-то просыпали, поэтому такой пылесос – это палочка-выручалочка для меня. Я делаю уборку вместе со своим помощником Dreamy R10 Pro Aqua. Несмотря на большую мощность всасывания, пылесос достаточно легкий – 1,9 кг, а с его помощью можно очистить любые поверхности, включая мягкую мебель и ковровые покрытия. Пылесос сам по себе очень стильный и лаконичный. На дисплее очень удобно отображается уровень заряда в процентах, а также можно выбрать режим. Аккумулятор очень емкий, и на минимальной мощности пылесос может работать до 90 минут. Ну а теперь о преимуществах, которые я выделила для себя. Обращаю внимание на щетку. Именно она должна собирать весь ссор с пола, выбивать пыль из межплиточных швов. Здесь щетка своеобразной щетины, которая отлично с этим справляется. И есть специальное отверстие для сбора и удаления мусора и крупных частиц пыли. А для более тщательной уборки, чтобы не пропустить даже мельчайшую пыль, есть подсветка синего цвета. Девочки, когда я включила этот пылесос первый раз вместе с подсветкой, я была в шоке, сколько на самом деле пыли, ссора на полу. И вот если со сбором крупного ссора, мусора, я не знаю, там гречку вы просыпали, справится практически любой пылесос, то самое сложное как раз-таки собирать мельчайшую пыль, которая у нас остается и оседает на полу. Этот пылесос справляется с данной задачей просто прекрасно. Я сейчас вам покажу кадры, как пылесос собирает именно обычную пыль, обычный ссор. Посмотрите, до-после с этой подсветкой, тут, как говорится, камеру уже не обманешь. Сами видите, насколько все классно собирается. Это мой первый пылесос с такой подсветкой, и я, конечно же, очень оценила эту функцию, потому что, ну, сразу видно, где остался ссор, где есть пыль, где нужно пропылесосить. Когда вы пылесосите обычным пылесосом, естественно, глазу такие соринки просто недоступны, мы их не видим. Ну и, соответственно, качество уборки совершенно другое. В комплекте также идут дополнительные насадки для комфортной уборки. Например, такой насадкой мне нравится чистить матрас или мягкую мебель. Я ей пылесошу диван, потому что дети в нем проводят очень много времени, остаются крошки, какие-то соринки, поэтому для меня такая насадка очень актуальна. Также есть щеточка для узких мест, вот так она выглядит, при помощи нее я пылесошу стульчика для кормления, это очень удобно, делаю уборку в ящиках, допустим, на кухне, когда что-то просыпается, очень удобно ей все собрать, один такой гаджет, который здорово облегчает уборку для хозяйки. Ну и вишенка на торте – это возможность влажной уборки. Для этого предусмотрена специальная насадка с двумя вращающимися швабрами. На насадке можно выставить уровень подачи воды, вот так это просто делается. Вода заливается прямо в насадку, так что быстро можно убрать даже въевшуюся грязь. Но показать, как круто работает эта насадка, я хочу вам не на специально разлитом кетчупе, например, а на пятнах, которые видно только вот с такой синей подсветкой. Я, если честно, когда стала делать уборку, была в шоке, что они вообще у меня есть, потому что я мыла пол обычной шваброй, и глазу они недоступны, только с такой подсветкой обычной швабры не убрала. Поэтому сейчас я вам покажу,
как справляется пылесос с этой насадкой. Скажу сразу, что он убрал все пятна, щеточки вращаются, такие полирующие движения как будто бы выполняет, поэтому очень здорово оттираются, в том числе даже засохшие вот такие пятна, что уж говорить про свежие. Управлять пылесосом с такой насадкой тоже очень просто, а пылесос как будто бы сам движется, а вы только задаете вектор движения. Ну и в плане уровня подачи воды здесь тоже все продумано. Как я вам сказала, вы можете выставить более интенсивную подачу или менее интенсивную. Это очень удобно, потому что у нас дома разные напольные покрытия. Для керамической плитки и паркета, соответственно, режим нужен разный. Я заканчиваю уборку и готова с вами поделиться результатом. Я думаю, он вас тоже впечатлит. Посмотрите, не осталось ни одного пятнышка. Специально, опять же, прохожусь подсветкой, чтобы вам все показать. Пылесос очень классный, совмещает в себе множество функций. Я его протестировала и могу вам смело его рекомендовать. Ну и не забывайте, чтобы техника хорошо служила, за ней нужно ухаживать. В этом пылесосе все легко разбирается, а обслуживание требует минимум затрат времени. Легкая уборка в удовольствие возможно, если окружать себя качественными помощниками. Приобрести Dreamy R10 Pro Aqua можно по ссылке в описании. И больше не беспокоиться за чистоту ваших полов.